же американские медики знают, как вкуснее есть. Оказывается, самой аппетитной считается та еда, которая берется вот прям руками. Так ли это, и что по этому поводу думают наши специалисты? Ирина Гунькова проверила все способы. Руками намного проще. Мне кажется, даже... Ну вот, у меня получилось. Получилось, конечно, с трудом. Да и за вилки с ножом, признается Ольга, весь смак теряется. Когда ешь руками, это какая-то придается какой-то особый шарм. Без столовых приборов едят не только креветки, раков или курицу. Руками большую часть пищи употребляют в Африке, Индии и на Ближнем Востоке. Это около 2,5 миллиарда человек, хотя цифры статистики явно занижены. Хинкали в грузинской кухне, наверное, один из самых-самых древних блюд, еще, наверное, до нашей эры. Визитную карточку грузинской кухни хинкали тоже принято есть руками. Конечно, хозяева в столовых приборах гостям не откажут, но проткнув хинкали ножом или вилкой, можно растерять всю ценность блюда. Основная задача – съесть хинкали так, чтобы не разлить ни капли вкусного бульона. Вот все. Что бульон – это главное. Да. Да и специальный ритуал, о котором не каждый обыватель знает, столовыми приборами тоже не проведешь. Очень многие такие гурманы вот сверху надавливают для того, чтобы правильно распределить фарш. Чтобы не было такого момента, что вы сперва едите тесто, потом остаток фарша или же наоборот. Традиция есть руками уходит в прошлое, когда столовых приборов просто не было. И, пожалуй, самое популярное на территории Советского Союза блюдо, которое поглощали без ножей и вилок, был узбекский плов. Собираете то, что нужно. Я имею в виду, это морковь, это нут, может быть, у вас барбарис, например. Угу. Это все собирается. Вот. А вот именно большим пальцем помогаете? Сложно. Вот так, да? Да. Самое сложное – это ухватить руками рассыпчатый рис. Может, поэтому распространение ложек и вилок внесло свои коррективы. А может, камнем преткновения стали вопросы гигиены. Тут как никогда актуально. А вы руки мыли перед едой? Сейчас пловом подают ложку, хотя мы попросили ценителей блюда, так сказать, сменить прибор. В ресторанах я бы не ел руками однозначно. Ощущения очень непривычные, необычные. Это не мой стиль. Первый раз попробовала руками. Необычно, но вкус, естественно, он не меняется, а так необычно. Немножко неудобно, но можно, наверное, приучиться этому. Мнения разделились, хотя американские ученые считают, что есть руками полезно для пищеварения. Тактильные ощущения передаются прямо от кончиков пальцев в спинной мозг. После этого начинает обильно выделяться желудочный сок. Но наши специалисты уверены, не в этом дело. Механорецепторы ротовой полости у человека намного богаче ручных, хотя и руки тоже очень развиты имеют рецепторы. Поэтому это вопрос этнических характеристик. Но есть и некоторые, особенности гурманов, которые любят пищу, например, японскую, и поедать палочками. В чем дело? Контраст ощущений. Вот почему прибор все-таки стоит менять. Это и для фигуры полезно. Вряд ли, намучившись с палочками, вы много съедите японских суши или роллов. Вот так берем. Вкусно. Верю вам. Почему у меня не получается? Так, и прям маленечко, да? Полностью не опускаем. Конечно, выбор прибора – вопрос важный, но роль играет и манера подачи, и обстановка, и компания. Если мы сервируем стол, да, то есть у нас красивый стол, у нас приборы, по которым мы помогаем себе есть, тогда мы съедаем меньше, потому что мы не сможем с вами откусить огромный кусок. Да, мы будем более тщательно пережевывать, потому что это просит этикет. Только все в совокупности даст возможность по-настоящему насладиться завтраком, обедом или ужином. Ведь еда – это не только способ подкрепить физические силы. За столом у каждого из нас есть возможность привести дух, расслабиться, да и просто получить удовольствие. Главное – вовремя остановиться.